Короче говоря, я решила сделать макияж. Я лежала на кровати и смотрела в телефон. Час смотрела, два смотрела, три смотрела, надоело. Сколько время? Блин, уже час дня! Я встала, посмотрела в зеркало. О боже, надо накраситься. Начала собирать косметику. Тени, щипцы, палетка, тушь и карандаш. Ну, вроде все. Понесла в зал, там освещение лучше. Пришла, села. Блин, забыла зеркало и кисти. Встала, вернулась. Ну, вроде все, можно приступать. Убрала волосы, хвост, начала с бровей. Первая бровь получилась идеальной. Теперь вторая, вот с ней у меня всегда были проблемы. Накрасила, слишком яркая, смыла. Слишком кривая, смыла. О, так сойдет, ладно, оставила. Приступила к скулам. Блин, а где кисти? А вот они. Первая, вторая, теперь румяна. Одна, вторая, красотка. Так, теперь глаза. Ну тут все просто. Сначала тени, а теперь стрелки. Крашу левую, крутая стрелка. Крашу правую, еще круче. Что делать? Уберу немножко здесь и добавлю немножко там. Гениально. Щипцы, кто их вообще придумал? Ладно, с богом. Один глаз, второй. А теперь мое любимое, тушь. Левый глаз, все супер. Правый глаз. Катя, ты сильная, давай. Вторая попытка. Блин, сегодня точно не мой день. Я расплакалась, все размазалось. Короче говоря, я решила сделать макияж. We do our best to hide innocence fading away as we learn the truth and we'll be in.